It's Thursday, December 30th, 2010, Eugene Levy Park, and we're back for a little more tubing. And there's Grandma Mary with Danielle. And here comes Booba. Молодец, Зай. Хорошо съехал. Они на гору залезли. Давай, догоняй их. Да, ну давай. Это будет страшное зрелище. Да, да. А нет, они, они. Дана в голубой куртке, видишь? Да, я вижу. О, бабушка села. А, вот они едут. Да, да. А ты снимал там, где я ехал вниз? Снимал, конечно, а как же? Вау! Дочь! Это даже лучше, чем полярные мишки, которые с камерой играются. Еще бы! Осторожно, там сзади люди едут. Сзади. Так, бабушка Мэри, ты куда? В гору давай, в гору, обратно, обратно. Давай, давай. Что такое? Быстро, быстро. Ну смотрите, как меня заставляют. Давай, пока внучка это самое, тебя катает, иди. Вот, а вот великий пеликан. Ой. Молодец, заяц. Да, не пошли, догоняй. Только иди в сторону. А вот продолжение покушения на традиции зимнего спорта. Буба сзади вдогонку.
Молодцы, вместе все съехали втроем. Папа, теперь он этот мой подпрыгнулся. Да. Паша был. Я даже, по-моему, заснял, как он подпрыгнул. Мне жарко. Тебе жарко? А ты знаешь, что можешь сделать? Ты можешь эту верхнюю куртку снять и только нижнюю оставить. Это специально такой дизайн. Да. Помочь тебе? Пока нет. Я пока посижу. Ты хочешь отдохнуть? Да. Бабушку везла. Да, бабушку так возить на саночках, ну, это нелегкий труд, да, дочь? Она старалась, чтобы бабушка не выпала из санок. Да, там такие бамбы с папой новые. Да, там такие трамплины, ого-го, мы так подскакивали. Да, у бабушки завтра на попе синяки будут. Да. На попе я не знаю, но... Папа, мы можем один раз вместе съехать, если ты меня не опозоришь? Если я тебя не опозорю? Я не могу гарантировать, что я тебя не опозорю. Потому что я заметил, что бы я ни делал, ты считаешь, что тебя опозорит. С другой стороны, иногда ты меня позоришь. А, нет. Нет? В раз просто тихо останься и просто мы сядем и поедем. Да, тихо. Не надо никому попрекать, не надо никому говорить, что у них санки как-то неправильно или что. Ой, ой. Hazard to your children или чего-то. Просто спокойно надо пойти и покататься. Но я постараюсь тебя не позорить. Если ты постараешься меня не позорить, когда следующий твой табель выйдет. Знаешь, такой табель? Report card. Ой, бедный пеликан. Пеликан, ты не ударился? Пеликанчик, ты не ударился? Ты ударился? Бедный. Ну, что, что? Тебе больно? Бедный зацедил. Ну нормально, ничего не поранил? Больно. Бедный. Ну потому что те ребята, вы понимаете, это в середине горы.